В это воскресенье свой профессиональный праздник отметят работники газовой отрасли. А для томских промышленников это двойная дата. Нижневартовской промплощадке «Газпром Трансгаз Томск» 40 лет. Это не только самый северный объект предприятия, но и начало первого магистрального газопровода, который появился в Западной Сибири. Наши корреспонденты узнали, как работает площадка сейчас и с чего все начиналось. Ремонт регулятора в узле переключения ГРС-1 уже подходит к концу. Бригада специалистов трудится слаженно, понимая друг друга практически без слов. Гаяс Рамазанов самый опытный, работает оператором газораспределительной станции уже 17 лет. Ремонтирует агрегат, с помощью которого понижается давление газа, идущего из магистрального газопровода. Замена второпластной прокладки, замена сальника. Ремонт, регулятор был в ремонте, но вышел из строя. Сейчас вот это идет замена. По производительности ГРС-1 одна из самых мощных в России. Она может прокачивать в час 1 400 000 кубометров газа. Транспортировка голубого топлива начинается с нулевого километра. Отсюда и началась история не только томского, но и впоследствии всего восточного газоснабжения страны. Адольф Горбатов – один из тех, кто приехал в Нижневартовск 40 лет назад строить газовую промплощадку. Вспоминает, что тогда кроме трубы магистрального газопровода не было ничего. Вокруг были пески и болота. Стройка шла в тяжелых условиях. Правительство же и партия требовали ускоренных темпов. ГРС строился, ГРС-2 только для нее же, как заказчик они были. Поэтому это строилось быстрее, надо построить, подать газ. ГРС-1 тоже, потому что газ здесь, вот он, на заводе, а в городе газа нет. Поэтому ГРС-1 тоже надо было строить быстрее и быстрее. Закончить строительство удалось за 2 года. С тех пор, конечно, многое изменилось. В последние несколько лет установлено современное оборудование. Нижневартовская промплощадка обслуживает более чем 120 километров газопровода, по которому газ транспортируется и в Томской области, в Кузбасс. Кроме того, обе газораспределительные станции выполняют важнейшие функции. Одна подает голубое топливо на городскую электростанцию, вторая – в систему теплоснабжения. Котельные города нашим газом производят тепло, и этим теплом Нижневартовск отапливает. Город, ну, сейчас летний период немного берет, а в зимний период до 150 000 кубометров в час. Сейчас на промплощадке заканчивается подготовка к зиме. Практически все ремонтные работы выполнены. Это значит, что жителям Нижневартовска тепло и электричеством они будут обеспечены в полном объеме и в срок. Валерия Кулешова, Александр Пархунов, Юрий Дахов. Вести Томск.